Теперь рассмотрим путь организатора акции. Для этого в личном кабинете нажимаем «Хочу организовать акцию». Если вы представляете организацию, укажите вашу должность, название организации и интернет-сайт организации, если он есть. Если вы гражданский активист, выберите соответствующую опцию и нажмите кнопку «Сохранить». Вам станут доступны несколько новых разделов. Методическая поддержка, где находятся инструкции по организации и проведению акции. Акции в моем регионе, где вы увидите их в виде списка, а также увидите их на карте. И раздел «Конкурс «Вода России», где вы сможете узнать условия и принять участие в конкурсе на творческое оформление акции. Чтобы организовать свою акцию, перейдите в раздел «Мои акции» и нажмите «Добавить акцию». Введите адрес проведения акции. Точка на карте переместится автоматически. Подвиньте ее именно в то место, где будет проходить акция. Добавьте описание и обязательно укажите, согласовано ли место, дата и время проведения акции. Если место и время проведения акции пока не согласованы, позже вы сможете вернуться к ним в разделе «Мои акции» и дополнить эту информацию. После публикации акции другим пользователям сайта из вашего региона придет уведомление о новой акции. Они смогут увидеть ее и присоединиться к ней в разделе «Акции в моем регионе». Вы всегда можете добавить еще одну акцию или изменить и дополнить параметры уже существующих акций, нажав кнопку «Изменить». Создав акцию, пригласите в нее участников. Вы можете пригласить уже зарегистрированных на сайте или пригласить своих друзей по адресу электронной почты. Нажав кнопку «Пригласить зарегистрированных на сайте», вы увидите список пользователей из вашего региона и сможете пригласить их в свою команду. Ниже вы можете нажать кнопку «Пригласить участников по e-mail». Здесь вы можете пригласить своих друзей, введя имя, адрес электронной почты. Обратите внимание, что можно отправить не более 10 приглашений в сутки. Теперь рассмотрим сдачу отчетов по уже проведенным акциям. Переходим в раздел «Мои акции» и нажимаем кнопку «Сдать отчет» в акции, которая уже прошла. Внимательно заполняем все поля по проведенной акции. Не забудьте загрузить фотографии и дополнить рассказом о проведенной акции. Обратите внимание, что диплом вы сможете получить только после заполнения подробного отчета о проведенной акции.